Хорошее попадание очень. Колено, второе, третье. Что, финиш будет? Хорошее попадание с колена, падает Магомед и добивает его. Вышел новый выпуск HFC MMA. В главном бою карда схлестнулись Кирилл Татаркин по прозвищу Стали, один из самых хайповых бойцов лиги, да и поп ММА в целом, Магомед Зайналов, более известный как Веном. Начало боя прошло в разведке, Веном неплохо закинул вертушку, но она пришлась по защите. Затем было несколько хороших разменов. На отметке 3.42 Зайналов сделал еще одну попытку сразить противника вертушкой, но и она была отражена Татаркиным, как и третья, которая также не принесла успеха. На протяжении практически всего боя Кирилл почему-то старался не дожимать оппонента, и особенно это было заметно в этом эпизоде. Примерно со второй минуты Сталь стал брать инициативу в свои руки, при этом не лез в борьбу. Веном же напротив выглядел менее уверенно, тщетно пытаясь затянуть соперника в партер. На минуте 25 Кирилл подключил колени, но опять же не стал развивать атаку. За 50 секунд до окончания первого отрезка казалось, что исход поединка вот-вот разрешится. Прикольно, вбивает в канвас, хотя Магомед еще вроде с нами. Валуевич готов был уже остановить бой. Искать всеми правдами и неправдами выходы. Однако изворотливый Зайналов каким-то чудом выбрался из этого положения в стойку и наносит бэкфист локтем. Я думаю, этот раунд закинет. Татаркин потрясен, Веном не упускает возможность забить оппонента. Судья вмешивается и останавливает бой. Магомед Зайналов побеждает. Это один из самых сумасшедших и неожиданных камбэков, которые мне довелось увидеть. Тем самым Веном закрыл два своих крайних поражения в ММА. Хотелось бы узнать, как вам бой и кого вы видите следующим соперником для Венома. Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише ММА.